Добрий вечір, дорогі колеги. Я дуже радий, що мені вдалося приєднатися сьогодні до вашого курсу CAA. Я все знаю, що у вас відбувається зараз на всій території країни, і глибоко співчуваю вам і переживаю разом з вами. Я щиро вірю, що ви все одно вистоїте, і Україна повернеться до нормального мирного життя. У мене всього 30 хвилин є, щоб розповісти вам про знеболювання при вагінальних пологах. Тому я перейду все-таки на російську мову, виключно, щоб зберегти час. Почнемо, дорогі колеги, побачите сьогодні про ці слайди про анальгезію при вагінальних пологах. Немножко, вот так, совсем чуть-чуть я вам скажу про историю того, как развивалась анальгезия в родах. Началась она с эфирного и хлороформного наркоза. Это Джеймс Симпсон, который впервые применил эфир, и дочери своей коллеги дал эфир на обезболивание в родах. Ну, прославился Джон Сноу при использовании хлороформа, особенно при родах у королевы Виктории, при родах принца Леопольда и принцессы Беатрис. Тогда хлороформ использовался широко при анальгезии в родах. Что мы понимаем по словам анальгезия? Мы понимаем это отсутствие ощущения боли, то есть ослабление болевой чувствительности к результате или фармакологического, или иного воздействия, как правило, без подавления других видов чувствительности. То есть это вот то, как раз, что путают люди, да, когда вы им делаете какой-нибудь прекрасный блок, да, и они говорят, а я все равно чувствую, что меня он трогает, да, поэтому хирург, я имею в виду, да, что он там мне что-то нажимает. И человек как бы интуитивно думает, что поскольку он чувствует прикосновение, да, то следующим у него будет чувство боли. Вот это нужно объяснять. Я всегда объясняю, когда делаю блок, я говорю, как бы будьте предупреждены, что несмотря на то, что вы не будете чувствовать боли, прикосновение там какого-то предмета и так далее, вы будете чувствовать. Вы не будете чувствовать, холодный это предмет или горячий, но само прикосновение никуда не исчезнет. Вот это нужно обязательно объяснять нашим больным. Анестезия – это потеря чувствительности в результате прекращения проведения импульса по центростремительным волокнам. Можно ли достичь анальгезию без анестезии? Да, можно. Сюда, как бы мы здесь должны немножко рассмотреть вопрос о минимальной пороговой концентрации местного анестетика. То есть у нас волокна разные, я вам покажу, напомню точнее, классификацию нервных волокон. И чем толще вот это нервное волокно, тем более высока концентрация местного анестетика, которая нужна, чтобы его заблокировать, и тем медленнее наступает блок. Поэтому низкая концентрация местного анестетика, что и используется в основном при анальгезии в родах, блокирует только тонкие, преимущественно тонкие нервные волокна и не блокирует толстые волокна. А именно они, вот эти толстые волокна, обеспечивают у нас мышечную активность. А тонкие волокна, тип волокон, дельта, да, это кожные афферентные температуры боли, и волокна типа С, они у нас тонкие, поэтому они блокируются в начале. И вот эти два человека, Джозеф Эрлангер и Герберт Гассер, именно они впервые предложили и описали вот такой вот феномен, феномен дифференцированного блока. И в 1944 году получили за это Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Какие у нас есть вообще методы обезболивания в родах? Это, ну, психологическая поддержка, гидротерапия, очень популярная вещь во многих странах, да, то есть роды в воду, да, акупунктура используется, через кожную нейростимуляцию, различные интрадермальные блоки,
ароматерапия, массаж, гипноз, аудиоанальгезия, да, то есть прослушивание какой-то музыки. У огромного количества женщин у нас, по крайней мере, когда они приходят, у них прям есть такой вот прям план родов. И в этом плане родов всегда присутствует какая-нибудь ароматерапия, всегда присутствует массаж, всегда присутствует то или иной вид гипноза и какая-нибудь аудиоанальгезия, когда они подбирают специальную какую-то музыку. Довольно часто все это выбрасывается в окно, и все заканчивается эпидуральной анестезией. Но, тем не менее, такие способы есть. Опиоидные анальгетики. Традиционно в Великобритании использовался петидин, начиная с 50-х годов. Петидин – это не что иное, как мепиридин, или самый близкий аналог вот, ну, в постсоветском пространстве – это промедол. 3 мепиридин. Этот препарат вызывает, в отличие от, значит, многих других опиоидных анальгетиков, небольшой мидриаз, вызывает небольшой антиспастический эффект. Ну, естественно, как у любого опиоида, будет депрессия плода. И вот период полураспада у плода достаточно длинный. Вот видите, да, до практически 24 часов. У нас в стране акушеркам разрешено без предписания врача использовать 2 дозы по 50 миллиграмм с интервалом 4 часа. Вот они могут его использовать. Дальше, если у них анальгезия не произошла или недостаточно женщин, они уже переходят на другие виды анальгезии. В связи с тем, что вот такой чудесный анальгетик ремифентанил появился какое-то время назад, подумали, а может быть вот сделать, поскольку он так быстро действует, да, сделать вот PCA, да, анальгезию под управлением больного, присоединить этот шприц-автомат к внутривенной канюле, и пусть вот эта женщина сама себе вводит болюсные дозы ремифентанила вот в таком небольшом объеме, да, 0,25-0,5 микрограмм на килограмм с локаутом 2 минуты. И какое-то время эта анальгезия была очень популярна, но вот посмотрите, 15 больниц в Нидерландах сравнили эффективность и осложнение и все остальное, да, ремифентанила против эпидуральной анальгезии. И что же они, какие же сделали они выводы? Видите, у них почти 1500 больных, женщин было, и 13% в группе ремифентанила пришлось конвертировать в эпидуральную анестезию. И всего 1% в группе эпидуральных пришлось конвертировать в группу ремифентанила. И сатурация значительно чаще была в группе у ремифентанила. Естественно, он угнетает дыхание, да, измеряли боль по шкале боли и выражали площадь по кривой по времени. И удовлетворенность самой анальгезии, обезболивания в группе эпидуральных была гораздо выше, чем в группе ремифентанила. Поэтому эта методика перестала иметь такой вот, изначальный интерес, который к ней возник, он поугас. Ингаляционная анестезия традиционно у нас используется энтоноксом, то есть это 50% на 50% смесь кислорода с закисью азота. И он чем хорош, что он не влияет на сократимость матки, не влияет на продолжительность развития родов, у него очень небольшие эффекты на плод и не влияет на грудное скармливание, поэтому он традиционно много и долго используется. Сейчас вопросом задается это. У него есть побочные эффекты, конечно, он вызывает сонливость в конце вот этих схваток. Женщина, как правило, так вот засыпает буквально там на пару минут, да. Потеря сознания возникает редко, да, тошнота и рвота очень часто, то есть в 1/3 жениц он вызывает тошноту и даже рвот. Но эффективность его невысока, он считается, что помогает примерно 50% женщин. Одно время пытались использовать такую вот анестезию, ингаляционную анестезию, и назвали это севонокс, да, то есть с использованием севофлюрана, вот такой приборчик небольшой, значит, сделали здесь публикацию 2007 года, да, то есть фактически вдыхание паров севофлюрана. Ну и, как обычно, да, сделали сравнение вот севонокс 0,8%, небольшой очень дозе, с энтоноксом, да, вот это публикация 2016 года. И здесь вот увидели по этой, вот в этой, в этом, значит, исследовании, они увидели, что обезболивание было лучше в группе севофлюрана, это вот первая строка overall pain score, в первый час тоже было лучше, то есть ниже были показатели боли, да, в последний час, то есть вот
в час, после которого произошли роды, да, разница была уже не такая большая. И инструментальное, самое главное, что частота инструментальных извлечений плода была ниже, в 5 раз ниже при севофлуране. Да? Частота при этом конвертации в кесарево сечение была выше в группе севофлурана. И хотя и была тошнота и рвота, но все же было всего в 4% по сравнению с 16%. То есть такая анальгезия севоноксом, севофлюраном, она возможна, но для этого, конечно, нужна специальная аппаратура, которой пока нет. Теперь уже давайте перейдем непосредственно к регионарным блокадам при обезболивании в родах. Я вам напоминаю иннервацию матки, да, и иннервацию промежности, да. Здесь разные нервы вовлечены, от Т10 до Л1, да, и сегменты от С2 до С4. Сегменты С2, С4, конечно, будут иметь значение в первой стадии родов, да, а сегменты Т10, Л1 во второй стадии родов. Вот С2, С5, то есть то, что мы можем изначально, да, первую стадию раскрытия, да, обезболить, а затем уже, когда начинаются схватки, нам уже нужно выше, да, анальгезию делать. Вот потом из-за вот такой иннервации матки. Поговорим вот о первой стадии, как, что можно использовать до того, как мы перейдем к нейроаксиальным способам анальгезии. Это парацервикальная блокада, она использовалась долго, до еще введения в практику эпидуральной спинальной или комбинированной эпидуральной спинальной анестезии. Это не что иное, как инъекция местного анестетика по слизистой в свод влагалища латеральной шейки матки, где блокируется парацервикальный ганглий и обеспечивается анальгезия шейки и самой матки. Да? То есть раскрытие идет менее болезненно. Эффективна она при сокращений, но не для мышц промежности, да, то есть частичное обезболивание наступает, но, конечно, недостаточно. Никакого эффекта во втором периоде, когда полное раскрытие, когда раскрытие происходит, уже там нет, да, но все же она более эффективна, чем те же опиоиды, любые опиоиды, да. Традиционно, как я уже сказал, петидин, но это не обязательно должен быть петидин. Блокада срамного нерва, срамной нерв происходит из S2, S4 и обеспечивает сенсорную иннервацию промежности, вульвы, нижней части влагалища. Доступ здесь может быть разный, трансвагинальный или черезкожный. Обеспечивает хорошую анальгезию во время второго именно периода вагинальных родов, но не обеспечивает при схватках во время первого периода родов. И в основном считается, что должен использоваться, если есть противопоказания к нейроаксиальным блокадам, да? То есть есть какое-то противопоказание к эпидуральной, да? Например, деформация позвоночника, например, низкая тромбоциты и так далее. В общем, теперь поговорим уже о нейроаксиальных блокадах. И я хотел вам показать, что в последнее время, да, ну это вот снимок 2008 года из работы, да, что начались уже вот так давненько, уже начался использоваться ультразвук, да, для постановки эпидурального катетера. То есть мы теперь не только делаем как бы, ну, вслепую, используя вот этот вот наш любимый способ потери сопротивления на воздух, на жидкость, уж как вас научили, да, но вот с помощью ультразвука все больше и больше приобретает популярность, и, как вы видите, на ультразвуке можно четко увидеть и переднюю твердомозговую оболочку, и сам спинальный канал, и дужки позвонков, и желтую связку, и так далее, да, вот сверху вниз там идет, да, кожа, дужка, да, желтая связка, спинальный канал и передняя твердая мозговая оболочка. Первое же обезболивание родов с помощью спинальной анестезии произошло достаточно давно вот этим вот швейцарским акушером, гинекологом Оскаром Крайсом. Он впервые предложил спинальную использовать анестезию, тогда про эпидуральную не знали. Виды сейчас у нас есть такие, да, эпидуральная, она в среднем используется сама по себе в 60% от всех нейроаксиальных блокад, да.
Затем инфузия, да, то есть сделал, затем инфузия и болюсы, да, то есть болюсы могут быть какие? Могут быть болюсы обеспечиваться акушерками или там докторами или кем угодно, да, а могут болюсы обеспечиваться с помощью так называемой анальгезии, эпидуральной анальгезии под управлением больного. И также приобретает огромную популярность спинально-эпидуральная, комбинированная спинально-эпидуральная анестезия. Эпидуральная может обычно используется с помощью, как мы уже говорили, да, и в этом есть причина, чтобы дифференцированный блок получить низкую концентрацию бупивакаина обычно с фентанилом. Ну, в нашей клинике мы используем 0,1% бупивакаин с 1 микрограмма на килограмм фентанила. Мы болюсы используем не по принципу аутоанальгезии, а по принципу, вернее, акушерки могут как бы сделать этот болюс. Да. Если нет шприца-автомата, да, то можно просто большой объем малой концентрации, то есть болюс 10-12 мл вот этого же раствора. Дальше вы примерно каждые там, 25-30 минут можете повторять такой вот болюс. Да. Комбинированная, когда мы говорим о комбинированной спинальной эпидуральной анестезии, мы имеем в виду выполнение сначала спинальной анестезии и введение небольшого количества, поговорим сколько местного анестетика в интравертикальное пространство, а затем установка эпидурального катетера. Это можно делать с помощью двух проколов, да, а можно делать с помощью по принципу игла через иглу. В среднем анальгезия наступает гораздо быстрее, на 10 минут, то есть я обычно делаю, как бы, если это в родах происходит, сначала делаю спинальную анестезию, затем эта женщина расслабляется, ей становится легко, и она принимает расслабленную прекрасную позицию для выполнения мною уже эпидуральной анестезии. Если вы используете интратекальные опиоиды, в вашей смеси, конечно, будет зуд у вас больше. Да? Что можно сказать? Влияние эпидуральной анестезии на частоту оперативного разрешения. В настоящее время таких убедительных доказательств увеличения частоты оперативных вмешательств нет. Здесь много разных метаанализов приводится. Значит, какая есть гипотеза об этом влиянии с комбинированной эпидуральной анестезией, комбинированной эпидуральной спинальной анестезией, что считается, что она считалась, что она может снизить частоту Кесарева из-за сохранения способности ходить. Эта гипотеза не была подтверждена. Однако было подтверждено, что раскрытие шейки происходит быстрее у первородящих при использовании комбинированной, но не влияет никак на частоту Кесарева. Ну вот какие дозы, давайте поговорим. Изначальная интратекальная доза – это примерно 2,5 миллиграмма любого местного анестетика. Хоть бупивакаина, хоть левобупивакаина, хоть ропивакаина. Естественно, мы лидокаин здесь не используем. Да? То есть я обычно беру 1 миллилитр 0,25% в нашем случае левобупивакаина. Да? Мы им в основном пользуемся. Смеси с опиоидом или без опиоида. Я предпочитаю без опиоидов вводить изначально вот эту вот дозу интрадекально по вот это, из-за того, о чем я уже вам сказал, из-за более высокой частоты развития зуда при интрадекальном использовании опиоидов. И очень быстро наступает анальгезия. Поэтому затем уже эту женщину ставлю, вернее, она принимает ту позицию, которую мне нужно, да, для уже более легких условий для введения эпидуральной иглы, для идентификации эпидурального пространства и для проведения эпидурального катетера. Затем уже делаю болюс в эпидуральный катетер. Обычно это составляет примерно 10 мл вот этого слабого очень раствора, да, который как бы создает, как бы раздвигает, поскольку вы понимаете, что эпидуральное пространство – это не пространство, это потенциальное пространство, надо как бы сначала создать, да. То есть первый вот этот болюс, да, надо ввести достаточно большой. Я иногда даже сначала туда ввожу просто физраствор. 10 мл физраствора, потом 10 мл этого местного анестетика и создаю вот это вот депо, которое как бы раскрывает
набирает эпидуральное пространство, и потом уже туда будет инфузия идти и будет очень хорошо работать. На этом слайде представлены некоторые адъюванты, которые используют некоторые анестезиологи. Их очень много разных адъювантов. Неостигмин используют, клонидин используют, дексметамидин, что угодно. Там используют огромное количество. Ну, я вот остановился на том, что клонидин все-таки вот неплох, да, в небольшой, конечно, дозе, 75 миллиграмм всего лишь, да. Я хотел вам еще упомянуть об одном очень интересном методе, так называемый метод пункции, с пункцией твердой мозговой оболочки. Да? То есть приобретает все больше и больше как бы популярности способ, когда вы прокалываете, намеренно прокалываете твердую мозговую оболочку тонкой иглой, спинальной иглой, не эпидуральной иглой, не иглой 16G, да, не там 18G, а тонкой 25G иглой, да, но не вводите туда никакого местного анестетика. То есть вы фактически создаете как бы вот ситуацию, когда у вас спинномозговая жидкость будет немножко подтекать, да. Твердая мозговая оболочка прокалывается, но местный анестетик не вводится. При использовании это происходит, вот, и считается, ну, опять же, исследования люди провели, и поэтому они так считают, не просто с потолка, что при использовании вот иглы 25G, но не очень тонкой иглы типа 27G, частота одностороннего блока, что, в общем-то, нас часто как бы волнует в использовании эпидуральной, и наверняка многие из вас сталкивались, когда вы сделали эпидуральную, у вас с одной стороны все прекрасно, с другой стороны никакой анальгезии нет. Так называемый односторонний блок. Так вот, частота этого одностороннего блока снижается, если вы будете использовать просто прокол твердой мозговой оболочки. Чаще развивается более низкий блок, да, то есть S-сегменты блокируются, да, сакральные сегменты блокируются лучше при таком способе. Ниже боль, то есть анальгезия, качество анальгезии лучше, частота зуда ниже, потому что вы ничего не ввели в интратекальное пространство. Вот этот вот способ комбинированной спинальной эпидуральной анальгезии приобретает все больше и больше популярности. Эпидуральные опиоиды, ну, понятно, как они работают. Эпидуральные опиоиды, в принципе, да, они как бы действуют на рецепторы, которые имеются у нас в центральной нервной системе, а спинной мозг относится к центральной нервной системе, там есть конкретные рецепторы, да. Но, в принципе, в конце концов, они все равно всасываются через вены эпидурального пространства, они потом будут всасываться в системную циркуляцию. Да? Поэтому высокого такого вот, эффекта, да, я бы как бы не сильно ждал, да, от них, да. Но поскольку мы используем очень низкоконцентрированный раствор местного анестетика, то добавление, опять же, небольшого количества фентанила, да, то есть не диаморфина, не морфина, а именно фентанила, позволяет нам достичь вот такой компромисс, да. За счет снижения концентрации местного анестетика у нас развивается хороший дифференциальный блок, который усиливается как бы небольшим количеством вот этого фентанила. Да? То есть, если вы подумаете, какое количество фентанила у нас имеется, да, это, как я уже говорил, да, 1 микрограмм на миллилитр. Да? 1 микрограмм на миллилитр. Ну, допустим, вот мы начинаем с 10 миллилитров в час. Да? То есть, в час эта больная получит эпидурально всего 10 микрограмм фентанила. Да? То есть за сутки она получит, получается, 240 микрограмм фентанила. Это очень небольшая доза за сутки. Да? Это все, конечно, прекрасно метаболизируется. Но вы помните о том, что кроме анальгетического эффекта, они вызывают и другие эффекты. Да? Естественно, будет эффект небольшой как бы на плод, будет вот эффект на задержку мочеиспускания, будет эффект на не то, что там вообще мочиться не сможет, но небольшой эффект будет, да, и будет самое главное, это будет зуд, да, вот этот вот зуд, он часто очень иногда больных сводит с ума. Вот какая вот здесь вот по данным нашей ассоциации акушерских анестезиологов частота осложнений эпидуральной анестезии. Неполная анальгезия 1 в 8 встречается, да, полностью как бы
отсутствие анальгезии один из 20 блоков, не, ну, просто придется повторять его, да. Головная боль после пункции твердой мозговой оболочки, непреднамеренной пункции мозговой оболочки, 1 из 100, то есть 1%. Да? Временное чувствительное повреждение нерва в 1 на 1000 возникает. Да? Постоянное повреждение, сенсорное повреждение нерва 1 на 13 тысяч. Абсцесс 1 на 50 тысяч, то есть очень низко, да, менингит 1 на 100 тысяч, эпидуральная гематома 1 на 1700, на 170 тысяч, и паралич, то есть вот совсем, да, то есть как, паралич не обязательно там ноги совсем, как говорится, отнялись, да, а повреждение какого-то из нервов, да, чаще всего, это 1 на 250 000, то есть это очень, конечно, низкая частота. Когда у нас больные спрашивают, я говорю, что эта частота ниже, чем шанс вам быть сбитыми автобусом по дороге в больницу, что так и есть. Моторный блок, поговорим, и артериальная гипотония. Риск вот этих вот осложнений клинически незначим при любых видах нейроаксиальных блокад. Либо это эпидуральная анестезия, либо это комбинированная спинальная эпидуральная анестезия, что показано в большом вот этом вот систематическом обзоре датабазы Кохрей. Ну, вот всегда, когда такая вот есть дилемма, да, устанавливать эпидуральную анестезию рано или поздно, да, пусть пока там раскрытие не произошло, да, на поздней стадии родов. Ранняя эпидуральная, в общем-то, не связана сильно с различиями в прогрессировании родов, неправильных положениях и метода разрешения, то есть ничего вы не теряете при раннем использовании эпидуральной. Исследования при спонтанных или индуцированных, стимулированных родах показали, что ранняя эпидуральная не оказывает также побочных эффектов на плод, да, то есть если больная, ну, в наших условиях хочет получить эпидуральную анестезию, условно говоря, сразу при пересечении, значит, двери и больницы, то мы идем им навстречу, как правило. Постпункциональная головная боль, пункционная головная боль, в принципе, не так сильно отличается от типа нейроаксиальной блокады. Хоть это была эпидуральная, хоть это была комбинированная спинальная эпидуральная, примерно у нас это происходит в 1%, что подтверждено огромной статистикой. Как она влияет, эпидуральная, на сердцебиение плода? В основном связано, опять же, с интратекальным введением опиоидов в начале комбинированной спинальной эпидуральной анестезии. То, о чем я вам говорил. То есть откажитесь от интратекального использования опиоидов, и эпидуральное использование опиоидов не приведет к снижению частоты сердцебиения. Грудное вскармливание. Эпидуральная без фентанила – никаких проблем. Эпидуральная с фентанилом меньше 150 микрограмм в сутки – без проблем. Эпидуральная с 150 микрограмм фентанила в сутки – могут возникать тогда уже проблемы. Да? То есть низкая концентрация, низкое количество эпидуральной, я вам сказал 240 за сутки, да, но фактически ну, почти что никто не бывает с эпидуральной целые сутки. То есть гораздо больше проблем возникает, например, если сравнить вот этот фентанил эпидуральный с меперидином, вот с этим петидином. Там гораздо больше проблем с грудным вскармливанием, чем при использовании эпидурального фентанила. Ну и вот я хотел вам показать еще такую огромную таблицу, которая в одном из последних Cochrane репортов 2018 года была опубликована, где они сравнили эпидуральный врод с обезболиванием опиоидами, да, и показали, что по всем показателям, да, по количеству боли, да, по удовлетворенности, по количеству вагинальных родоразрешений с использованием там щипцов или вакуума, да, по количеству кесарево сечения, по эффектам, значит, имеется в виду эффектам от эпидуральной на
боль в спине, да, да, никакой разницы нет, даже при эпидуральной все эти показатели лучше, да. То есть боль в спине после родов, да, у женщин будет не обязательно от того, была эпидуральная или нет. Это тоже огромное количество таких работ было сделано. Она у них может быть из-за самих родов, а не из-за эпидуральной. Вот. Так что, заканчивая сегодня свою короткую презентацию, я надеюсь, что я не перебивал времени, я хочу вам сказать, что эпидуральная в родах – это лучший способ обезболивания родов, а комбинация эпидуральной со спинальной – это еще лучше. Так что вот это самый главный вывод, который я вам хотел сказать. Дякую вам за увагу.